дать общую картину, как, насколько мне это удастся. Ну вот здесь появились вот некоторые представители, есть очень крупные томаты. Таких вот крупноплодных. В общем, неплохо вроде бы. Надеюсь, что в дальнейшем они будут еще более стабильные урожай, потому что верхние кисти, скажем так, чем выше, тем ниже плодов вот сохранилась. Точка роста, все, но то ли погодные условия, то ли связано это с другими делами. Но завязи меньше, чем больше кисточка вверх, кисть, тем меньше плодов. Надо сказать, что они довольно устойчивы к заболеваниям, ничего не скажешь, и не так прихотливы в отношении гибридов. Я посадил гибриды, они слишком требовательны и не дали такого результата, сразу же утели. Ну вот, неплохой урожай. Попадаются такие ребристые плоды. Вместе с тем круглые, различные, и лист разный, и все это, скажем, из одних тех же семечек, но вот что там намешали при селекции гибридов, так они и выдают. Вспоминаю все своих предшественников, родителей. Вот. Сейчас попробую показать. Вот такие довольно крупные плоды. Вот есть такие плоды, попадаются с выпуклой, ну, в центре есть, наоборот, с ямкой. Ну, соответственно, возьму с каждого на семена, с каждого представителя. Они, конечно, смешиваются здесь все, перепыляются. Желательно, конечно, их разносить, потому что я вот так тащу их все вместе, они перепыляются, и получается, ну, такой разнобой. Желательно выделить каждый представитель и вот их как-то отдельно. Кисточки крупные, кисти.